Сегодня у нас видеообзор на набор аквариумной рыбы. За основу я взяла карточки IQ Малыш, издательство IQ Малыш. Карточки мне очень нравятся тем, что очень хороший картон у них. И все карточки с описанием на обороте. Но это не единственный их плюс, потому что есть здесь не просто иллюстрации, да, а вот фотографии из природы. То есть, если ребенок увидит вживую или в аквариуме этих рыбок, он их точно узнает. Вот, и я по ним стала делать миниатюры, чтобы было наглядно, чтобы можно было пощупать, изучить, запомнить. Вот такие рыбки у меня получаются. Рыбы сделаны из холодного фарфора. Они все армированы, то есть вот эти вот тонкие вещи, плавники, хвосты, это все очень прочно. Вот материал как камень. Ну и, соответственно, максимальное приближенное к картинке изображение, да, вот эта миниатюра. Их вообще в наборе 19. Сейчас покажу всех. Вот такое количество рыбок. Всего их в наборе 19. Все они такие разные по цвету, по форме, но согласно картинкам. Вот дочка мне уже помогает. Этот набор был сделан для развития детей. Хорошо берут логопеды в свои группы. Ну, детские сады еще брали, ну и вообще мамочки, которые занимаются развитием ребенка. То есть идея такая: разложить все карточки, сопоставить картинку с миниатюрой, ну, соответственно, изучить, что это за рыбка, потому что здесь вот еще есть подсказки описания. Вот, и ребенок так больше запоминает, и новые слова, и новые какие-то знания получает. Сейчас мы все разложим и покажем вам. Так, анцитрус, давай-ка, так, кого мы сейчас ищем? Смотри, брызгуна у нас еще, мы не положили брызгуна. Вот он какой. А, вот он. Да, вот он. Ну-ка, скаляри, какая у нас красивая. Так. Так. Это он? Радужница, сверь с картинкой, проверь. Подвинь рыбку, убери рыбку и посмотри на картинку. Рыбку убери с картинки. Так, она? Да. Все. Так, это у нас вот эта вот рыба. Угу. Как она называется? Тетра. Тетра. Да. Так. А, вот, это она? Нет. Ищи. Опачки. Вот это вот рыба. Нашла? Рыба-шар. А что ты знаешь про рыбу-шар? Ну, что, когда до него дотрагиваешься, сначала он такой обычная рыба, а потом, когда до него дотрагиваешься, то тогда он становится большим. С иголочками. Да, вот сейчас мы и прочитаем про рыбу-шар. Вот. У рыбы хищник. Чаще всего ее держат в больших аквариумах с тайками по 4-5 особей. Иногда с другими крупными рыбами. И рыба-шар любит укрытие и свободные места для плавания. Водные растения создадут необходимую ей тень. Видишь, какая? Угу.